Так, друзья, всем привет! Сегодня будет очередной смеситель с переделкой под тропический душ. Так, сегодня у нас будет набор для ванной фирмы AMPM. Так, вот этот смеситель для ванной, наполнитель, мы будем переделывать под работу с тропическим душем. Для этого мы будем использовать дивертор для переключения в два режима. Так, ну дальше американки разборные, такие хромированные, чтобы было, выглядело все красиво. Удлинитель. И здесь вот у нас ушастики по гипсокартону. Так, ну и теперь с помощью вот этого всего я соберу первоначально эскиз моего будущего смесителя для того, чтобы на гипсокартоне сделать отметки там, где буду сверлить отверстия и куда уже буду крепить вот эти ушастики по гипсокартону. Так, ну что ж, поехали. Так, это данный комплект я брал в Leroy Merlin. И сейчас буду его переделывать. Так, ну он комплектом идет дешевле, чем по одной штуке отдельно покупать. Вот он, этот самый смеситель, который сейчас я буду уже переделывать. По необходимости покажу оставшийся смеситель, который идет на раковину. Давайте сразу его покажу, чтобы потом его убрать. Вот такой вот смеситель идет в комплекте. Выглядит он вот так. Вот такой вот он. Такой вот он красивый. Так, здесь вот у него радиатор стоит. Так, здесь вот у него, в общем, подключение резьбовое для шланга. И ну вот, вот такой вот он смеситель. Это у нас на раковину. В комплекте идут два шланга, резьба 3/8. Это надо было учитывать, когда покупал этот смеситель. Нужно будет два переходника брать отдельно. Так, ну и здесь у нас набор для лейки. Шланг, держатель. И вот такая вот леечка. Ну тут походу она с режимами. Да. Несколько есть режимов. Вот такая вот зеркальная поверхность у него. Так, ну это все у нас идет уже после монтажа смесителя. Для этого сейчас мы будем и переделывать наш смеситель. Так, ну и сам смеситель AMPM. Та-да-дам! Так, ну вот он, этот сам смеситель. Обязательно для переделки смесителя нужно, чтобы прямой выход был на лейку. И никакой там кривой, никак не сзади, вот именно снизу и именно прямой. Потому что подключать мы туда будем дивертор. Так, ну вот такой вот большой радиатор здесь. Большой. Так, переключение на душ у нас идет. Такой вот. И, в общем, включение-выключение. В комплекте, в общем, чашки и эксцентрики, как всегда. Так, ну это потом. Начинаем переделку. Берем американку. Так, вот этот вот переходничок, он уже идет у нас 1/2 на 3/4. Его мы будем закручивать именно вот в то место, где у нас раньше была лейка. Далее нам нужен уже дивертор. Дивертор мы закручиваем на переходничок, потому что здесь у нас резьба 3/4, с этой стороны 3/4, здесь у нас 1/2. Первоначальный вариант, который я рассчитывал сделать с двумя американками, то есть вот так вот, и уже переход сразу в стену не получается, так как выход излив смесителя находится прямо на ручку, попадает прямо на ручку, и работать, переключать уже на тропический душ будет неудобно, поэтому мы его будем поворачивать в бок и использовать уже для этого другой уголок, уже сразу с переходом и выходом в стену. То есть у нас эта система будет выглядеть вот примерно вот так. Да, идет небольшое нагромождение всего. Ну,
Если уже других вариантов нет, то такой вариант будет только оптимальный для этих условий. Примеряем, делаем необходимые размеры для того, чтобы уже монтировать это все в ванной комнате. Так, нужно учитывать размер ванны, чтобы установить его на нужный нам уровень. Высота ванны у нас 60 сантиметров, ну, значит, исходя из этого, нам нужно будет установить смеситель. Ну, где-то будем, наверное, устанавливать его на размер 85. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Так, ну, думаю, в принципе, вполне достойно. Можно даже чуть-чуть сделать это повыше. Вот так вот. Да, нормально. То есть вот на такой вот уровень сейчас мы будем устанавливать этот смеситель. Задаем верхнюю планку для смесителя. Сначала мы установим его, а потом уже будем искать нужный нам подходящий размер для переходника. Такая вот картинка у нас получается, довольно-таки громоздко. Мы можем попытаться исправить данную ситуацию, повернуть уголок сразу. Ну вот, теперь вам, пожалуйста, второй вариант, как можно собрать данный смеситель. Так, теперь нам нужно найти отверстие, которое будет проходить прямо через стену, то есть ровно оно должно пройти. И все. Сверлим также отверстие, устанавливаем такой же ушастик по гипсокартону и фиксируем данный смеситель в этом положении уже для дальнейшего его использования. Итак, ориентировочно-примерочный монтаж завершен. Ну, давайте еще раз подробненько я вам расскажу о том, как это будет происходить. В общем, вот смеситель. Открываем горячую холодную воду, и у нас вода поступает через излив. То есть мы с этого, ну, то есть с этого сносика наполняем ванну. Допустим, нам нужно воспользоваться душем. Мы поднимаем вот этот флажок и тем самым запускаем воду через лейку, а вот отсюда она будет идти. Но когда нам нужно будет воспользоваться тропическим душем, мы поворачиваем вот этот флажок, и у нас вода пошла через тропический душ. Когда уже надо сделать все обратно, возвращаем на место, закрываем кран. Вроде все довольно просто. Ну, в общем, да, все это просто. И теперь очередной смеситель с переделкой под тропический душ уже завершен. Теперь делаем окончательный монтаж и запускаем воду. Так, здесь вот у нас вывод на смеситель и на тропический душ. Там понизу идет канализация на раковину и также на раковину вода. И здесь вот тропический душ. Протягиваем трубу полипропилена под потолком. Это нам нужно для того, чтобы вывести тропический душ. И делаем его точно по центру ванной комнаты и точно по центру ванны. Крепим уголок с внутренней резьбой, прикручиваем туда удлинительную резьбу. Потом через потолок уже мы будем соединяться
тропическим душем прямо вот к этой вот винительной резьбе. Вот такой вот тропический душ. Недорогой, где-то около 500 рублей стоит. 20 сантиметров в диаметре. Сейчас монтируем на потолок. Он уже сосок торчит из потолка. И туда сейчас нужно это закрутить. Регулируется по наклону, можно регулировать на свое усмотрение. Я предпочитаю, чтобы текла она прямо. Вот так вот она выглядит снизу, между двух светильников находится. Прикольно, красота. Так, ну что ж, работу смесителя сейчас я вам продемонстрирую. Так, ну что ж, друзья, на этом все. На этом я завершил свой обзор. Всем пока, до новых встреч на новых видео.